Друзья, всем привет, с вами Димон, вы на канале Все Кита. Сегодня мы с вами поговорим о планшете Xiaomi Mi Pad 3. Вот он, красавчик золотой, да? У нас не будет полноценного обзора, дотошного, длинного, нет. На YouTube очень много обзоров, я просто хочу сегодня рассказать самое интересное, самое основное, самое главное о данном планшете. И, конечно же, отвечу на самый главный вопрос, стоит ли покупать Xiaomi Mi Pad или нет. Начнем с дисплея. Он здесь офигенный, размер вполне удобный, 7,9 дюйма с разрешением 2048 на 1536. Данного разрешения хватает за глаза, никаких пикселей не видно. Дисплей по-настоящему в лучших традициях Xiaomi. Имеет суперскую минимальную яркость, отличные углы обзора. Максимальной яркости хватает даже для использования на улице. Дисплей имеет теплый оттенок, который можно немножко исправить в настройках, но не полностью. Тач на 10 касаний, олефобное покрытие среднее, хотелось бы лучше. Также по краям дисплея есть небольшие засветы, но это не критично, на практике этого вообще не видно. Мне дисплей понравился, но соотношение сторон 4 к 3 мне не понравилось, честно сказать, на любителя. Это не мое. Основной динамик – это нечто, а точнее два динамика. Я давно не слышал такой громкости и чистого звука. По качеству можно сравнить с Mi 6. То есть звук обалденный, тем более за такую стоимость. Смотреть видосики, слушать музыку будет одно удовольствие. В наушниках также все на высоте, в лучших традициях Xiaomi. Я думаю, звук данного планшета не разочарует никого. Автономность планшета мне понравилась. Я его заряжаю один раз в 4 дня. Также отмечу, что планшет теряет только 1% за ночь на прошивке Xiaomi EE 7.5.18. Как по мне, это супер результат. В игры можно играть на максимальной яркости плюс Wi-Fi 4 часа 10 минут. Видео можно смотреть на максимальной яркости без интернета. Фильм, скачанный на смартфон, целых 9 часов. Я автономностью доволен, но есть небольшой минус, это зарядка. Полностью планшет заряжается за 4 часа. Конечно же, за такую стоимость хотелось бы какую-то быструю зарядку. Камеры по меркам смартфонов, конечно, простенькие, но в сегменте планшетов ничего лучше нет. Основная камера на 13 мегапикселей, фронталка на 5. По качеству это уровень Redmi 4A. Для планшета за такую стоимость больше в принципе и не надо. Производительность меня приятно удивила. На борту у нас целых 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенной. Все работает на Android 7.0. В качестве процессора у нас 6-ядерный MTK 8176 с графикой от PowerVR. Скажу сразу, данного железа хватает для любых задач, как минимум еще на 2 года точно хватит. С играми проблем нет, все будет идти на максимальных настройках. В танках получаем стабильные 30-55 FPS в зависимости от карты на максимальных настройках. Как по мне, результат достойный для процессора MediaTek. К примеру, тот же Helio X27 не может похвастаться такими результатами. Также отмечу, что планшет греется, но не критично. Спустя 30 минут игры в танке на максимальных настройках тротлинга нет. Проседания FPS нет и нагрев по сути не меняется. В целом я производительностью полностью доволен. В целом мне больше добавить нечего. За месяц использования я не нашел конкретных минусов в данном планшете. Да, мы не сможем пользоваться 3G, 4G. Да, мы не сможем поставить microSD. Да, у нас нет быстрой зарядки. Как бы, да, есть такие минусы, но во всем остальном за свою стоимость это один из самых, наверное, офигенных планшетов. Потому что конкурентов по сути нет. Если они есть, то они в 2-3 раза дороже. Все. Китай мы даже не рассматриваем, Samsung, Apple в 2-3 раза дороже, почти с теми же характеристиками. Если вам нужен недорогой, качественный, хороший планшет и вам все равно соотношение сторон там 16 к 9 или 4 к 3, вам пофигу, то да, данный планшет вам подойдет идеально. Дофига памяти, хороший дисплей, офигенная автономность и производительность. По сути, за такую стоимость минусов я вообще не нашел. Лично мне месяца использования хватило, чтобы понять, что планшет мне не нужен.
Буквально пару лет назад я хотел купить себе планшет. Я прям думал о планшете, но так и не купил. А теперь понимаю, что нафиг не нужен, потому что смартфоны сейчас большие, блин, 5,5-6 дюймов. Началась эра безрамочности, и необходимость в планшетах уже, по сути, отпадает полностью. Буквально 3-4 года назад все смартфоны были 3,7, 3,5, 4 дюйма максимум. И большие, огромные планшеты, 10-дюймовые, 8-дюймовые, это было круто. Но сейчас, как мне кажется, необходимость в планшетах почти полностью отпала. Это обычный такой домашний гаджет, домашняя зверушка, которая будет просто валяться возле кровати, дивана, то есть все. В целом, я не вижу необходимости его покупать. Если у вас есть ноутбук, если у вас есть нормальный смартфон, то зачем вам, в принципе, планшет? Но это, как всегда, лично мое мнение. Но если вам нужен хороший, недорогой планшет, то это ваш выбор. Xiaomi Mi Pad 3. Ссылочку я оставлю в описании, где можно купить данный планшет по хорошей стоимости. А также пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN, начинайте экономить свои деньги на покупках. С вами был Димон, канал Все Китай. Всем удачи, всем пока!